Я хочу поблагодарить прежде всего белорусскую сторону за теплый прием, оказанный нашей делегации на белорусской земле, а также за то, что вы нашли в своем графике возможность встретиться с нами. Мы встречались полгода назад, и за этот короткий период Приморье и Беларусь смогли достичь новых успехов в развитии двусторонних отношений, в реализации некоторых проектов, а также в выполнении тех договоренностей, которые были здесь составлены протоколом. В части, допустим, внешней торговли мы проанализировали работу. У нас 46% внешнеторгового оборота со странами СНГ занимает Республика Беларусь для Приморья. Поэтому она действительно является одним главным и важнейшим партнером. Еще лучшие показатели у нас сформировались за первые два месяца этого года. В этом году за два месяца мы уже достигли оборота по более 2 миллионов долларов. Эти результаты говорят о том, что у нас большой потенциал, который мы будем наращивать. Прежде всего, конечно, это вопросы, связанные с поставкой техники. В 2020 году мы закупили 177 единиц техники различного направления по соотношению с прошлым годом, практически в два раза, 91 была единица закуплена. Особую роль сыграли в том числе прямо перед Новым годом поставленные машины, механизмы, техника, которая приняла участие в том числе в ликвидации последствий ледяного дождя. Она оказалась вовремя и всю зиму нас успешно отработала. Порядка 35 единиц мы успели поставить, прямо заключив контракт в ноябре, она пришла к нам в начале декабря. В ближайшие годы у нас сформирована, в общем-то, заявка от муниципальных образований. Это порядка 400 единиц техники по 200 в 2021 году и, соответственно, такое же количество в 2022 году.